Покипи, побурли, а после поведай. Вороной или Пеги одержит победу. Ну, мама, вы же знаете, вам нельзя на ипподром. Траванула жалкую кляч, а сколько крику. Фаворит, мол, наш был тоже мне. Ну и где же этот Гомес? Ужинать-то мы будем? Это, скорее всего, он. Fantastic! It's like shooting fish in a barrel! You are shooting fish in a barrel! Nervous little critters, aren't they? Да вот и мы с рыбкой. Ну так скорее в котел ее, пока не протухла. Вот так. Чудесные рыбки. Чуть-чуть уж до ужина, чуть-чуть уж до вечера. Вот это вот варево, пусть молнией будет мечено! А, уха достойная королей. И что важнее, королев. Гомес, вот скажи мне, ты думаешь, уха – это пища любви? Для нас, дорогая, безусловно. Для краснопёра – навряд ли. Мы семейка Адам, словная нам по нраву, жизнь загробная, ну и все тому подобное. Ужасная мерзко. Лохматая зверски и ласково дерзкая. Мы Адам со семья. Мы семейка Адам, словная нам по нраву, жизнь загробная, ну и все тому подобное. Новая семейка Адам. Все очень просто, дети. Нужны лишь хорошее зрение, стальные нервы и очень дорогая обувь. Есть! Браво, дорогой! А можно я? Разумеется, Кирида. Спасибо, Ларч. Точно в кольцо! Не напрасно мы носим фамилию Адамс. Все, дети, на сегодня ужин закончен. Спасибо, папа. Come to the dungeon, Pugsley, so we can practice your hang time. Приятно, что дети так ладят между собой. И у нас полный альянс. Что, альянс? Это французское слово. Вы опять подавляете агрессию? В чем дело? Я прочитал, что ваш брак должен быть несчастным. А что это за статья? В журнале «Психбольной сегодня» есть статья «Опасности счастливого брака». Автор Пьер Леблан. Раз наш брак опасен, я готов всю жизнь балансировать на краю бездны. Музыку, Ларч! Чтобы оттенить волшебство мгновения. Серьезно отнесись! Все-таки это пишет профессионал. И он француз, между прочим. Тогда не исключено. Уж в любви-то французы смыслят. Ты, конечно, желаешь нам добра, но счастливее нас нет на свете, пап. А вот доктор Люблан так не считает. И я тоже. Он пишет, что для полного счастья нужно иногда ссориться. Ну, для разнообразия. Я бы рад продолжить этот спор, но тороплюсь в общество ценителей сигар. Сегодня вечер Гаваны. Счастливо тебе. Пошел. Если вы с Гомесом не начнете обсуждать свои проблемы вслух, ваши отношения увянут. Ту же, Ларч! Без давления у меня нет боли в затылке. А ты не хочешь моей фирменной микстуры для мигрени? Нет, спасибо. Я не должен от боли дуреть, пока у Гомеса и Мартиши кризис. А этот психолог точно соображает, что пишет? Ну, разумеется, да. Уверяю, если Гомес и Мартиша не начнут выпускать пар, их брак очень скоро развалится. И мы будем сиротами. Так надо что-то делать. Знаю.
если возьмемся за дело вместе, их, возможно, и удастся поссорить. Начнут орать и посуду бить. А потом они помирятся. Мы подарим им все радости полноценной семейной жизни. Ты согласна? Да. Я не против. Вещь? Тогда операция Склока начнется сегодня же. Ой, ой, я задыхаюсь. Мамочки. Держись, старина. Спасибо, Гомес. Чуть не погиб. No problem. Whatever were you choking on, Fester? A halogen bulb. I tell you, those 300 watts are killers. Tish? Не странно ли, что Фестер до сих пор холост? Мартиша, любимая, а ты, случайно, не переставляла фигуры? Нет? Гомес, ты обвиняешь меня в жульничестве? Что ты, ангел мой? Конечно, нет. Мой король ставит твоему пад. Ничья. Победила дружба. Вот и хорошо. Мы просто идеально друг к другу подходим. Хочу принарядиться сегодня к ужину. Не знаю, какой из двух. Мама? Я бы на твоем месте вон то не надевала бы. Да, его не стоит. Почему? Знаешь, Гомес сказал, что оно тебя полнит. Так и сказал? Да, да. Вот как. Я должна поговорить с Гомесом. Извините меня. Как вставать из позы лотоса? Думаю, скоро привыкну спать сидя. Гомес? Да, Кирида? Я что, стала более импозантна? Отвечай. Что? Французский? Постой, Гомес. Я набираю вес? Было бы кстати. Чем больше, тем лучше. О, дорогой. Чудная идея, мама. А у тебя найдутся другие? В данную минуту нет. Но я что-нибудь придумаю. Ага. Но когда я тебя подводил? С утра ни разу. А знаешь что? Мы набьем ему порохом сигару сейчас, а когда взорвется, скажем, что это все Мартиша. Ты забыл. Он это любит. Ах, да. Фестер слушает. Гомеса? А кто спрашивает? Из общества ценителей сигар? Минуту. Хотя нет. Гомес просил передать, что жена велела ему бросить ваш тупой клуб. И он требует вернуть ему взносы. Что поделаешь? Она ведь из него веревки вьет. Молодчина. Наш Гомес жить не может без этого общества. Он будет в ярости. Да, я желаю видеть Гомеса Адамса. Вы кто? Я Фидель Кухибо, президент общества ценителей сигар. Прошу вас, сеньор Кухибо. Фидель, что тебя сюда привело? Мистер Адамс, это чек на сумму всех ваших взносов. А зачем? Быть может, вам объяснит супруга, та, что вьет веревки. Я знал, что без Мартиши тут не обошлось. А как же? Она назвала наше общество тупым. Правда? Она права. Прости, старина, чек оставлю. И не думай проситься назад. Если тобой управляет драгоценная женушка, тебе не место среди нас, настоящих мужчин. Прощай. Славный малый, только нервный. Дорогой, я слышала чужой голос. О, да, я тоже слышал.
Он сказал, что я слишком много времени провожу в клубе. И что лучше бы проводить его с тобой. Тогда устроим медовый месяц. Превосходно! Let's look into Bosnia. Вот чего ты добился. Битва не окончена. А крайние ситуации требуют крайних мер. И у меня созрел план. Доктор Пьер Леблан, психотерапевт. Доктор Леблан, звонит какой-то Фестер Адамс. Сказал, что срочно. Естественно. Соедини. Пьер Леблан. Здравствуйте, у нас тяжелый случай. Я думаю, только вы один могли бы нам помочь. Хорошо сказано. Поведайте, от чего у вас рушится брак. Не у меня, а у брата. Они с женой друг от друга без ума. А, это первый симптом распада. Я сам был женат уже 5 раз. Сперва идиллия, а затем буф! 5 раз? Так вы знаток женщин? О, я 3 дрался из-за них на дуэли. Как романтично. Вы просто обязаны им помочь. Приезжайте их спасать, но инкогнито. Скажем, что вы мой приятель. Это было бы неэтично. Вынужден извиниться, у меня другой звонок. Нельзя, чтобы такая красавица провела остаток жизни в одиночестве. А она очень красива. Прямо ужас. Да, что ж, помочь требует профессиональный долг. Ждите. Что ты ждешь, мама? Да так, одна идейка у меня возникла. Называется «Прокрустов плед». Это очень умно. И остро. Друг Фестера. А, Люблан, дружище! Вы, должно быть, Мартиша. Антраше. Французский? Не могу слышать. О, французы сладкоречивы, но испанцы куда прекраснее в пылу страсти. Мама, это друг нашего Фестера. Ах, какой вы красавец! Благодарю. А, необычный плед. Из чего он? О, вы сразу выбрали мачете. Не уединиться ли нам? О, да. Нужен ле плас интим. Поменьше французского. С толку сбиваете. Обобритесь. Благодарю. Мне нужна рука друга. Вещь? Ты где? С момента, как я вас увидел, я вне себя. Словно под гипнозом. Вы сокрушительно обворожительны, Мартиша. Месье Леблан, не забывайте, что вы в гостях. Я счастлива замужем. Не хотелось бы хвастать, но я не раз заставлял женщин забывать о мужьях. Но я люблю Гомеса. Кто это такой? Мой муж. Вот. Видите, я его уже забыл. Минутку. Парни, многие из вас уже не вернутся с задания. Гомес, у нас беда! Это хорошо бы. Ты не понял? Мартиша и Леблан жмутся друг к дружке на кушетке. Еще бы, там нет половины пружин. Слушай меня, он хочет разрушить ваш брак. Ты должен образумить Мартишу. Моя жена не стала бы и смотреть на другого. Он приставал? Я должен защитить ее честь. Мистер Адамс, ваша супруга, замолчите! Смели посягнуть на наш брак? О, на чем будем драться? На рапирах. Буду ждать через час. Я хотел на булавах, но вы гость. Вы проклянете день, когда бросили мне вызов. Не волнуйтесь, Адамсы давно прокляты. Чем ты занят? Смотри внимательно, Фестер. Я разрежу сейчас эту свечку пополам. Mm-hmm.
Из него сделают овощной салат. Боюсь, ты прав. Хоть я и люблю дуэли, но я ведь не смогу жить без Гомеса. Фестер, ты должен все уладить. Ну, не знаю. Вот если бы разладить, то да. Ага! Ну, как дела? Чудесно! Погнул вот о ребра. Я ходил на кладбище, там все битком. Некуда закапывать Пьера, так что придется вам отменить дуэль. Глупости. Положим кузена Марка на кузиду Мэри. Она согласится. Смотри, главная работа запястья. Так значит, оно должно быть очень гибким. Ну-ка, дай помассирую. Нравится? До костного мозга добрался. Продолжай. Прости, Гомес. Теперь дуэль надо отменять. Но другая рука здорова. Я одинаково хорошо владею обеими. Нет, одинаково плохо. Месье Леблан, не желаете чаю? Мерси. Дериан. Говорите на родном языке. Я от этого весь загораюсь. Месье Леблан, насчет дуэли. Не отговаривайте. Один выпад, и вы вдова. К счастью, мне идет траур. Но тогда давайте поговорим о свадебном путешествии. Да. Куда мы поедем? Я бы хотела на Бермуды. Острова. Треугольник. Но Фестер и мама и дети мечтают о кругосветном круизе. Простите? Фестер обожает иностранок. Но они же с нами не поплывут. Мы, Адамсы, друг от друга неотделимы, а утрата Гомеса еще больше нас сплотит. Всех. Но это не совсем то, чего я желал от дуэли. Ну, ничего. Через пару лет вы привыкнете. Или через 5. Пожалуй, я поспешу, приняв этот вызов на дуэль. Я тут вспомнил об очень важной встрече. Уже опаздываю. Привет мистеру Адамсу. Он счастливчик. Очень хороший. Где он? Я буду носить его глаз в петлице. Опоздал, любимый, он уехал. Оказалось, что он трус. Испугался. Я так и знал. Да, милый. Он был очень-очень напуган. Я бы солгал, сказав, что не разочарован. Рисковать жизнью ради тебя, это же так романтично. Ты всегда рискуешь. Ты абсолютно права. В этом я предсказуем. Танец? Танго? Нет, не в этот раз. Сегодня только джига. Off his son's head. Could you pass me the moon block, my love? I believe I may have been out here too long. It's so gratifying to see the children take such a keen interest in history. It says here... Now, Fester, what have we decided about you and magazine articles? I know, but I'm taking this Cosmo quiz, and I'm starting to think that my love life isn't all that it could be. Don't be ridiculous. Right now, you don't have a love life. Good point. Thanks a lot, Gomez. That's gotta hurt. And yet, such a small price to pay for learning the classics. How did we become so blessed, Cara Mia? Sometimes it's better not to question, darling.
Sometimes it's better just to revel in the glory that is our love. В фильме снимались Глен Таранто, Элли Харви, Броди Смит, Николь Фужер, Бетти Филлипс, Майкл Робертс, Стивен Фокс и Джон Десантис. Продюсер Виктория Вудс. Авторы сценария Роберт Бейрд и Келли Сенешаль. Режиссер Рон Оливер.